Все, сейчас плюс умоним все будем начинать. Значит, по хилам. Катя. Смотришь за двумя, за палом и за ДКшником Адалонгом. Я думаю, они не сдохнут. Квадрат и печенька, да? Да. Которые остались в танче. Ну, что, поняла. Вот, на них жизнецвет настакай. Эфес, да, я поняла. Эфески, настакай жизнецвет на подавании. Полностью на подавании сидишь. Ракомакафо и я то же самое. Мы втроем с вами должны не уронить подавана. То есть я волной хилю, Ракомакафо, исповедь по КД. Ну и щитки, когда исповедь в КД. Люблю этот... А ты в хиле сейчас? Нет, ты в ШП будь. Если упадем, спекнешься, блядь. Давайте проверка на готовность. А, Ледоруб, тут вот рыбка есть впереди. Покушай ее. А он присуманился только. Ешь рыбу. Топ-маг готов. Все, сейчас ДКшник поест. А у тебя, в принципе, есть баф еды. Давайте еще раз проверку даю. Принимаем. И буду считать отсчет. Так, Аркрайт, Стилкил. Стилкил, ты замутан, если что, там капли будут просить. Все готовы? На счет 3 танк. Раз, два, три. Поехали. И зыбка кончилась. А чё, бан будет? Нет? Локи, бан дайте. Катя, жизнецвет на стак и на подавание. Да ща. Я хоть и всемогущий, но не настолько, подожди. Стилкил, давай каплю на подавание. Суки, сулли, давай каплю на подавание. Сули, капли, длань жертвы на себя подавана. Сейчас спилоковская хуйня с него слетела, сейчас он должен нормально жить уже. Так. Байон, дай по стилу БР. Аркрай, дай по Акари БР. А я по ролу бы дам. И еще Байон, дай Иннер по Войду, озарение. По Эршами. Ну, протопал еще бьет хорошо. Слепоглаз пришел почему-то. Он уже ушел вроде бы. Сейчас этого петуха добьем, и все, ее нехуй хилить будет. Какого там тянуть надо? Кеглера. Тянуть ничего не надо, пойдем Кеглера бить. Все идем в Кеглер. Это... Сейчас я на него метку поставлю, будем его первым. Вот который пидор откидывает, мы его будем бить. Череп поставил, все его бьем. Все, сейчас нехуй хилить. Можешь бегать, слакать по долам. С нихуй делать уже. А, иди забери у протопала этого. Его бьет. Да, да, я вижу. А протопал. Давай, просто. Беги отсюда. Побегай, попрыгай там, в небо посмотри. Можешь побить. Это при том, что я щиток себе не бафнул, нихуя. Оружие не зачарил. Тяжко, конечно, без попала. Ну-ка, что там, как кто нахилил? Катя, заебись. Я заебись. Заебись все, красавчики. Абсорб по-любому спасал всех. Да Катя офигела от того, что она по мане даже не села. Ну это не ЭВК-25, конечно. Ну конечно, да. Конечно, блядь, совсем другое дело. Вы сюда пришли расслабиться. Сейчас на груле еще больше расслабиться. Ну там в завале нельзя умирать, конечно. Тут как бы танки хилы вывозят, паладины, которые капли умеют давать. Сейчас слепоглаза добиваем, как мы уже босса. Друиды, вы больше по подавану хоток дайте? А тебе да, хотки, это максимум. Ты можешь отхиливаться ударом смерти, блять. Да, мне не отхил нужен, мне руны. А, да нахуй тебе руны, блять. Я хочу побольше агрона брать, пойти в туалет сходить. А, ебать. Надо там руны восстанавливать, только рост и омоложение.
А у меня просто на фул именно это прокачано, поэтому и намекает на это. Во, заебись прям. Сотка, блять, у меня макрос на всех кнопах. Радуйся. Радуйтесь, я принес вам пиццу. Кона, держи на рейде, я на танках подержу мходки. Все, один бичуган вот этот остался. А у нас танки, у нас ходки не стакаются? Они стакаются, но я просто, ну, давай чисто на танках, а ты на рейде. Потом танк пал не нужен? Гимн на ману дайте, простите. Не, потом попал не нужен, да. Там подамажишь. Не дали еще гимн, я могу просто инер кинуть. Давай инер по топ-магу. Милики, смотрите, отбегайте нам от вихря. Не сдыхайте. Вот стилкил зачем, ты сдох. Ай-яй-яй. Все, я отошел. Ну, там, если что, у тебя 2600 агро, блядь, там никто не сорвет. До второго пришествия, блядь. Ну, если что, у нас ДК второй перетаунтит, я думаю. Или протопал, у которого 460 защиты. Ну-ка, в чё ты там одет, блядь, интересно. Ебать. Балдеж. Лучше ты этого не видел, да? Ну да. Ну, тринка на ДД, тринка на ДД. Ага, вижу, там таунчик второй ДК видел. Ну, перспективный, да, танк у тебя? Естественно. Целых 25 героев. Ну, тут пока еще не выпустили, но в будем иметь в виду, блядь. Если что, как бы зовите 450 защиты. Ага. А что ты по какому времени играешь? По дальневосточному? По МСК. Ну тут по дальневосточному играют в основном. Ну я тоже по МСК играю, но в другой гильдии. А дальневосточное это сколько сейчас времени у них? Ну, сколько к Москве прибавляю? 9-8 там часов. Сибирь плюс 4 часа. Дальневосточный плюс 8, плюс 9. Если РТ, допустим, сколько там? В 13.00, то от них получается 7 часов. У кого 8. Это будь сейчас паладин пока в танке, на всякий случай, там, если вдруг мобы в рейд побегут, то он... Ебать, а как я здесь оказался? Поднимите стила. Плащ, мне надо плащ такой, плащ надо. Ужасные плечи, фу, плохие плечи. Да. Нормальные плечи. Как я тут оказался? А ты просто стоял. Пнул тебя, король, пнул тебя под очко. Под очко пнул, да. Слезай, блядь, уже нахуй, обезьяна. Да дай мне левитацию, я полазю. Нихуя не дам, падай как говно. Сука. Пиздец, хили тут за пятерых, нахуй. Че, заебал? Че там? Не то, что упало. Ой, я себе. Я хил. Нет, разочек меня Катя обогнала, там один разочек там метнуло что-то. Да Катя чисто танков хилила. Как и я. А я хилки себе ворую по 76к, блядь, нормально. Тут, понимаешь, в прошлый раз ты не хайфали, бал был, сейчас-то нету. Мог гулять. Катя тебя один раз обогнала, Катя всех обогнала, не надо тут. Ну, в смысле? Ты, блядь, не смотри ты на свой хил. Ты что, почему ты смотришь ХПС? Смотри абсорб и ХПС. Отстань со своим абсорбом. В смысле? Ну это правильные, типа. Это правильные пацаны, блядь, абсорб смотрят. Типа все смотрят абсорб. Все правильные пацаны. Все Жени и все Войды, да-да-да. Там не очень плохо, да. А если я такой хил, я что могу сделать? Как, ну, я так и верю, что у меня такая особенность хила. Как, какой такой, как всякой, да? То есть... Да, да. Ребят, дайте подамажить. Дамаж, блядь? Бей! А, ну сейчас мы дойдем уже до угла и спекнешься в ДД. Не, мне просто говорили, чтобы я в танке оставался. Ну до... Ну смотри, до самого... вот эти громилы, они когда делают рывок, они обнуляют свой агролист. И поэтому выбирают того в цель, кто больше всего от доток, от всякой хуйни, от дамага набрал агро на них. Они обнуляют. Этот момент нужно поймать, стаунтить моба, чтобы он не ваншотнул человека. И танк его, чтобы набрал на нем агро. Вот для этого подождать, танк. Пока Катя убьет. Подождать, пока убьет Катя. Да, кстати, хороший вариант. Убрать. Чтоб Катя не хилила, да?
Да, чё как, ничего не изменится. Ну чё, где крики возмущения? А чё, у нас один на пул? А нахуй тебе на пул? Шепард только, и всё. Так, сейчас второму ДКшнику надо отдать много на пула. Нахуя? А вы игру ля прошли, да, уже? Да. Нахуя ему на пул отдавать? Ну, чтобы он набрал агрессию. А он что, не наберет? Как наберет? Я думаю, не. Это же может, не про товар. Так, танки, держите этих, а то у нас люди падают. Ты думаешь, что если ты с руником бесконечным, то ДКшник не наберет без руника? Он наберет спокойно. Я знаю то, что он наберет, но это тяжелее. Да, блядь, понял это все. Там, бля, какой-то ретрик танкует. Ничего. Почему у нас ретрик танкует, а? Три танка, у меня вопрос. Катя, скажи, что нормально, я не ретрик, я танк. Вы так и поняли. Это танк. Я уже скинул, ну ёбаный. Рисуем до Гота. На боссе 2 ДК. Что я в ретрик. Как вариант, можно сделать, чтобы Адавонг был мейн танком. А Падаван просто от него не отставал, держался. Ему это будет легко сделать. Ну, как зачем? Чтобы он был первым по игру. Сейчас, блядь, чтоб ты хочешь сделать геймплей? Да, мой. Чтобы интереснее было. Да, очень интересный, блядь. А чё ты хочешь быть первым по игру? И потом конечно, ему сказать, чё ты просто... не набираешь, да? А? Короче, мне похуй, будьте просто оба, первый и второй по агро. А кто первый, кто второй будет, мне похуй вообще. Это все. Самый охуенный орел в моей жизни. Капли также по команде, там, Сули и Стилкил. И еще этот, Килан, FF, подключаешься к каплям. В конце там скажу, если много стаков будет на танке, которого бьет босс, надо будет на него кидать ЛНЖ отнести. Так, ну порезайте ману немножко там. Рыбку кушайте. Бать, в тот момент, когда я беру чай, ты рыбку ставишь, ну ёб на руку. Милики. Я метки никакие не ставлю там на тех, кто, чтобы вас кто-то водил, блять. Если вы умираете от завала, у детали смерти завала, это минус 50 к роллу сразу. Поэтому из завала с потолка штукатурка такая падает. Вы просто выходите. Чем больше стаков на боссе, тем сильнее этот завал бьет. Один дамаг вы можете получить, смотрите за своим хп внимательно. На ударе земли, когда раскидывает всех, между собой надо набрать рейндж. Если вы втроем, вдвоем встанете, вы сдохнете. Ну, знаешь, что одного за кем бегать будем, милики? Я же объясняю, я не буду ставить эту метку, вы будете просто бегать вправо-влево. Рэм, я в ретрика спрятался. Да, Рэм. И если вы стоите под левой, под правой ногой, если под левой ногой штукатурка, то люди оттуда бегут в правую ногу, если под правой, то бегут в левую. Все, вроде все просто. Все готовы, танки на счет 3 начинаем. 1, 2, 3. Шепард на пул надо, вон. Кто второй танк там уже? Нам кружок. Рижа, ты где, ёбаный, хуй тебе ПС-ку дашь? Чё вы все смотрелись в этой стороне? Посмотрите, что справа происходит. Два хила стоит, блядь. Справа тут чисто. Пусто, смотрите, распределитесь так, чтобы бегать было удобно. Чтоб потом вы в толпе не оказались. Смотрите вокруг вас, чтобы место было. Милики завал, смотрите. Вот сейчас одну тычку вы получили, отбежали, все правильно. Все, удар земли, пошла глухая оборона, блядь. ШВ, незыбка. Че, Гера? Даю. 2 эрдру. На пыль еще раз. 2 эрдру. Мейн танк у нас подаван. Значит, за ним Адавонг идет. Когда будет 9-й стак, ну можно в принципе с 8-го, начните на нем поддерживать жизнецвет. Все 3 стака жизнецвета на подаван. Потому что между промежутками, когда будет сало на вас кидаться, нужно, чтобы по нему большой захил шел. Скажешь тогда когда, потому что я стаки не смотрю.
На восьмом, да, стаке? Да. Я скажу. Да. Примерно на восьмом. Чтобы он не просел по хп. Сука, ну как можно было от рёва не отбежать, ёбаный пиздец. До сих пор горит, блядь. Да это пиздец, не говори нахуй, я не понимаю, блядь. Я просто, видишь, мне есть чем сравнить, я вижу рейд, когда все отбегают, нахуй. И когда такой рейд, когда, блядь, каждый трай, нахуй, по два раза какой-то, извините меня, пидор, блядь, просто бежит на него. Не, ну, тут, конечно, просто люди, может, неопытные. То, что у нас на первом боссе каждый трай кто-то дохнет в огне, это вообще зашквар, ебать. Ну, огонь, да. Я говорю, там тоже разные ситуации бывают. Бывает у человека пинг, или там какой-нибудь чай там разлил на клавиатуру, он об этом не скажет. Он не будет об этом говорить, не каждый типа скажет это. И окажется, что он тем, что, блядь, лужи сдох, он подводит рейд ДПСом своим, ХПСом. Это печально, милики. Удар сейчас будет через 2 секунды. О, я в полете кастовал, блядь. Не беги на меня, господи. Господи. Здесь мы не господи. Бегу, Войт. У нас Арижа где-то. Вот. Ты все это время пытаешься спасти Сарижа? Нет, я МПС-ки бегаю, блядь. Шепард, осторожно. Так Кенду, наверное, побольше ты можешь нам давать. Милики. У меня геймплей вообще охуевший. Бегаю без остановки вокруг босса. Подаван еще охуеннее, там геймплей, блядь. Одну кнопку тыкает, сидит, блядь. Кстати. И радуется. Седьмой стак. Да, можете уже на стаке от жизни цвет. Фескин, тебе печенька. Фул жизни цвета на подавана. Возможно, даже капли не пригодятся. Хил хороший, танк сильный. Эрдрушники на этом боссе хорошо. Ну, за счет вот этого вот сала постоянно с ходками сейвит танк. Все очень вообще охуенно. ДЦ, да. Милик, не похвалишь. ДЦ топ-хил, это априори, блядь. Два ДЦшника. Топ-абсорбер, блядь. Да я не ДЦшник вообще, я первый мой хил холиприст. Я тоже холиприст, если что. Просто он сейчас не актуален. Ну ты видел, я хилил как на вальках, блядь. Нормально было. Ну, на вальках, да, но просто да. По мане сидишься, ебать, до первой способности. Блядь, топ-лок, ебаный вот. Топокек, нахуй, чуть не сдох. Фески не умирай. Сука, завал, ебать. Топокек, топокек. Смотрите, завалы, осторожно. Ебать. Окружили демоны. Это самое, незыбку готовь только, чтобы на рейд сейчас была. Так, вроде заебись. Вот отойди! Господи! Ёбаный! Надеюсь, незыбку отдал. Нас не задамажило нормально. Значит, ранжа нормальная была. Так, ну и что? Я только впритык подошел. Так, ну давай, этот. Смотрите, пацаны, кто вот паладины, да, вы когда отдаете глайн жертвенности, и босс в это время сильно бьет по танку, нужно отдавать либо бабл на себя, либо 50 на 50. Зубы скидывай, подавай. Ну давай, скидывай. И давай этот steel kill на себя бабл, либо божественную защиту. И этот самый. А что, у меня огром много, я могу дефолки отдавать потихоньку. Дефолки отдавай, конечно, 2 ляма осталось. Ой, бля, в завалах умираете. Да, милики в завалах. 3 раза урон получил. Сули. 3. Ай-яй-яй, Сули. Что там, минус 50 крова? Да не, пощадим пацана, блядь. Падайте, падайте, это не убить уже. Падайте, падайте. Да, на натуре, ебай. Еще раз попробуем. Вот топор, ебать, первый раз вижу его нахуй жизни. О, топор, мне надо этот топор. О, это что там? Давайте посмотрим.
Так, ну, так, ну ставьте в шат... Ну да, ну да. Шатрат. Ставьте эту портал и летим на магию. Че, посох выпадет? Ты хочешь, да? Да я пришел за Т-шками, нахила и за посохом. Че-то я не могу тыкнуть портал, что за хуйня? Мак а ушел, это пацан да? убежал сразу в портал. А нахуй ты ушел, Мак, ёбаный. Ныряйте. Ну ты кадр. Он поставил портал и спетлял. Топовый Мак просто. Все, все зашли, да? Поехали. Так, сыка 25-ки лучше топор. Нихуя. Не, мне этот на трансмут надо. Слышь, я на какой-то телеге полетел, сейчас стрим включу. Они одинаковые сыка 25-ки. Тютя в тютю. Не-не-не, сыка там один сыкет, а здесь два один. Смотрите стрим, нахуй. Я на санях на каких-то лечу, ебать. Смотрите, в небе, нахуй. Да их там знаешь, сколько этих саней, блядь, в каждой зоне. Это что, типа, каждый заменили, типа, в новогоднюю честь этой хуйни? Да, 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 да. Там, блядь, на Толгороде садишься в эти сани, нахуй. Все, можешь, блядь, выходить с игры, блядь. Они там летают минут 15. Вон сани еще за мной летят какие-то. Это Роланд, блядь, вар. Алло, здорово, блядь. Сука. Пойду плохо, помогите. Мне после ВК даже плохо. Да, согласна, это вообще хорошо. Надо как-то расслабляться, блядь. Слушайте, ну ик, можно сходить, в принципе. Ну, кто хочет, пусть идет. Если много людей уйдет, может и это. Да в пизду это ты. Я так понимаю, Вар пытается ролл нормально себе сделать. Так-то да, как бы. Это, кто там на кубы желает? У кого в ДПС там слабенький? Плюсики. Плюс 2. Бля. 3-4. Так. Звезды 4 шторм. Человека. Кружок. Так. Ромбик. Потом кто еще? Шаман. И еще одно тело на куб надо. Да, ничего. Не могу найти. Какой тайминг кидания, блядь, плевков у огненной проститутки? А то вот хуй найдешь тоже. Видишь, дело в чем. Да он зависит от урона. Я не понимаю, блядь, какой, какая логика у него, блядь. Потому что иногда он кидает нахуй два раза, иногда один. И чем больше урона, тем меньше вылетает этой хуйни. Так, пока сумонит, я отошла сейчас. А кого сумонить, блядь? Всем открыли портал, все летели, блядь. Кого сумонит? Ну кто а подавана? Кто в конце летит, типа, кто долго летит, тех сумонят. Подавана. Вот меня уже высунули. Подаван на круле это. Я знаю, у кого это. Вот эти тайминги все можно узнать только у разработчика. Может быть они по ХП, типа, клюют? Да, это можно долго голову ломать. Ну там, понимаешь, вот когда пишут вот эти скрипты на боссов. Там можно дохуя чего сделать. Там можно, блядь, сделать рандомную хуйню. То есть один раз у тебя так, другой раз так. Или, допустим... Рандомайз это такая хуйня. Я бы, честно, хотел бы еще в контент поиграть, где Лидана, блядь, надо ходить закрывать. Ну, может, когда-нибудь откроют на сервисе. Я думаю... Прикольно, да? Откроют. Ой, откроют. На X100 есть. Илидан это очень крутая тема. На X10, короче, вот этот храм... Как он? Черный храм называется. Черный, да. Вот на X10 там люди 290-е проходят, там шмотки стоящие падали. Не черные, афроамериканские, надо быть. Да-да-да. Бать, вы без хилов побежали, молодцы, конечно. Смотрите, тут надо хилить очень напряженно, потому что люди стоят в огне, где думают, это самое, прохиливаться. Надо их не подводить. Выходите с огня там, потому что если вы будете умирать, будем дольше проходить трэш. Вот милики, вы все в огне стоите сейчас. Вот два милика сдохло. Сразу покидайте тело, бегите. Это ваше время. Вы что, тут не хотите сидеть полчаса еще? Ну и все, и также пачку слева, пачку справа, еще и ведем мобов. И здесь же стоим все, никуда не спускаемся. Вот слева приведешь пачку, которая внизу стоит, и сюда наверх поднимай.
ебать. Ну какой-то моб пиздит, хотя не должен меня пиздить. Подаван сейчас сдохнет. Да, приз нажми, мозгин. Вообще в эфире бегал, блядь, сейчас. Отхилим. Ну вот с огня выходим сразу. Еще огонь выходим. Тут как бля, пулеприста интересно играть, за эту хуйню вообще собачью зовут. Да, согласен. Пулеприст он хоть интересный. Сидишь, блядь, тыкаешь эти щиточки нахуй бесполезные. Там так колотаешь, что по клаве это в рот ебал. Ну там, понимаешь, ты же вообще шаришь хорошо за хвалюпеста, да? Да, да. Там же два способа игры есть. Либо ты сейвово играешь, как, ну, на подсосе, грубо говоря, так. Типа остальные хилы хилят, как бы, да? А ты такой, это, молитва восстановления, круг исцеления. Да, да, круг исцеления. Да, и этот, как она еще называется? Молитва восстановления, круг исцеления и обновление. ДТ. Почему половина пошла влево, а вторая половина вправо, бля, дерется? Ну они решили быстрее убить, нахуй. Подавана захиливаю, не могу захилить, помогите, блядь. А по-моему никак нахуй пристень хилить. Ну, если мана резиновая, то конечно да, но такого не бывает. Если в рейде хорошие какие-то, вот там ретрики, допустим, есть, друидов прилично, если ману порезать не проблема, то прям вообще милое дело, хилишь там, да, тебе резать. Ну, если экономить. А вот бывают такие просадки рейда, да. В момент вообще ебать там топ хил. Ну это надо. Да, надо четко знать энкаунтер, на который ты пришел. Вот та же Синдрагоса, например. На ней, ну, я не знаю, как здесь. Здесь, по-моему, если ты это, освобожденку ловишь и кидаешь молитву исцеления, и в конце коста круг исцеления, он тебе два стака дает. А на циркуле был то ли баг, то ли счет, он может так и должно быть. Ты когда в конце коста молитву исцеления даешь круг исцеления, один стак только ловишь. Ну, по какой-то причине. Какой-то КД на него был или что. Но это было. Это такой профит был. Я там первым по ХПСу был, блядь. Под освобождением. Да. Только уебански меня раздражает, что ты когда берешь босса, например, в цель, ты кидаешь круг исцеления, он хилит вокруг босса, блядь, залупа полная вообще. Да, это хуево. А че вы все пошли? Там нету. Мы убили всех. Одно тело на куб. А, я знаю кто. Адаворг, на кубе постоишь? Ты танк, тебя не будет пробивать. Минус? Не хочешь. Ай-яй-яй. А что ты будешь делать? ДД есть у тебя? Пусть вон Дагод постоит. Я понял. А он написал, у него может лагануть. Дагод постоишь на кубе? Так у меня тоже интернет. Хорошо. Хорошо. Не, я просто отходил. Я просто отходил. У кого есть не интернет, там кто может на кубе, пятый человек нужен? Алло. Бля, ну самые заебаты на кубе стоят, ребят. Есть смелые в рейде? Если и... дашь плюс 50 к роллу, не, плюс 50, я встану. Хуя ты! Вроде согласился, не, хз. Вон, Адавонг. Давай, Адавонг, я тебе поставлю луну. Что там, тыкнуть во время каста нельзя? Да. Сложно. Не сложно, вообще изи. Сейчас я расставлю, вот. Кого подхиливать стоять или сейчас, не надо никого? Сейчас я скажу. Сейчас я тебе скажу. Так. А что ты сам не станешь? Ну а хилить кто будет? У Катя есть. Есть а, два, ну друида. Да, два друида и все. А там кроме меня хилить некого. Сейчас разберемся. Так, значит, метки я вам поставил. Так, Ракомакафо, будешь хилить кружок и танка. Я буду ромбик и танка. Катя, будешь хилить звезду и трусы. А луну никто не будет хилить, потому что это танк. Ну, будешь бегать от звезды к луне, ну, по стеночке, и кидать на него ходки после каста. Он там восстановится. Ну и все. А я кого хилить?
А ты рейд стоишь, хилишь? Да, тоже с рейдом стоишь, тоже танка хилишь. Покровитесь, там омоложение будет. Я, если что, я на это, на кубе, так что сильно хилить не смогу. Блять, ты на кубе, я забыл. Смотри, давай, короче, так, Женя, так как рядом с Луной, то пусть подхиливает себя и Луну потом, а я посмотрю движение. Да, ты подхилишь. Но после коста уже, перед костом особо не парься, что кинул и все. Этот, значит, отмену, ты просто куб жмешь. И этот самый Эфес, ты хилишь кружок. Ты хилишь кружок и танка, на косте кружок хилишь. Я хилю ромбик на косте. Все 5 меток прохиливаются, все стоим, нажимаем кубы и держим их, пока луч не кончится. Чтобы ДПС побольше был. Подожди, вот пока не начали. Хочу уточнить, смотри. Дружка, который второй, он какого танка? Нашего, который держит основного стоит и все. С рейдом, да? Стоит с рейдом и хилит кружок. А я стою между трусами и звездой, так? Да, ты стоишь между трусами и звездой. Да, все правильно. Топ-маг готов? Да. Ледоруб, ты готов? Все готовы. Начинай. Black Skinks. Это. А ты косты назначил? Косты, какие? Просто сбиваем косты и все. Пойдет. Начинай, блять, пуляйте, ебаный рот. С Black Skinks через 5 секунд. Ну, раскидай доты и кастуй этот самый призыв войска. Давай, живи. Живи там, да, кровь вампира, все. Что, сдали все бомжи? Просто уешим, все, нахуй. Умер там. Похуй. Сейчас резьми. Чертворцев выбирайте, добивайте, чтобы они не кастовали всякую залупу и големов новых не призывали. Все, голема просто осталось добить. Сейчас три тела ресим. До боя минута еще целая. Так, подаван на 8. Ты зачем БР? После этого идет бой. Да, БР не надо было, конечно. Ну тут по барабану, я думаю, тут либо вайп, либо не вайп. Нет, тут вайпов не бывает. Хочешь, покажу? Да не, не надо. Не надо. Пошли по местам. А на ромбике скилловый, да? Кто умеет стоять на кубе? Да. Ну, слышал? Я сейчас тебе хвост в куб засуну. Так что не переживаем, да. Просто босса на роб поставил, нахуй. Да. Сейчас мы его, блядь, босса. Дайте ребят по магу, пожалуйста. То магу плохо уже. Раком поставим его сейчас. Выбьем с него голову, блядь. Куб держим до конца. Ну, вас хилить буду. Пока меньше половины хп не упало, держим. Шаман. Шаман, у тебя же ярый шаман или стэн? Конечно. Яростный шаман. Ой, я Женя буду хилить, да? А что там? Там тебя может похилить. Так, оно. Что-то показалось. Смотрите, если лужа на полу будет, из нее надо будет выходить, типа, огненная. И она стаки вешает, их надо прохиливать будет. Что, Геро там не дает? Что там, до вспышки есть еще время? Ну, сейчас, чтоб вспышку захватило. Сегодня через 10. Может. Что, за ночь стоит? Да. Давайте, даю Геру, 10 секунд кубы, готовимся. Стоим возле кубов, готовимся тыкать. Босса выбираем цель, смотрим, когда начнется каст, когда надо будет нажимать. Я вам еще дополнительно скажу. Готовимся пару секунд, 2 секунды, 1. Нажимаем кубы. Так, я прохиливаю ромбик. Все кубы прохиливаются. Сам. Меня даже не хилили, ебать. Да сам сказал, прохилишься. До конца продержался, ебать.
Там Катя же тебя охота. Вообще ни одной ходки не влетело. Он сам сказал прохилиться. Я пошла танка подхилить. Да нахуй этот танк, он не сдохнет никак. Я холост, я сам все могу. Видишь, он сам все может. Самодостаточный. Не, ну если не пробивают, то ладно. А если будет пробивать, то надо подхилить. Лучше, конечно, вложение кинуть, чтобы оно было. Мы что-то слабенько как-то дамажим. Да нормально дамажим, блядь. Да слабо. Кент, где ты? Я держи нахуй. Там вон Шепард 11, Вар 12, Ретрик 11. Следующие кубы будут после второго откидывания. Оно скоро будет. 17 секунд. Готовимся. Сейчас вот откидывание. Вот. И после него готовимся. Откидывание закончилось. Подбегаем к кубам. Нажимаем. Так, бля, забыл обновки не кинуть. Он хильни меня разом. Я вижу все уже. Все вижу, вижу, вижу. Обновление себе забыл кинуть. Ебать, он там ревет у тебя, этот босс. Ууу, блять, ууу, нахуй. Соседи вышли из дома. Да похуй вообще на них. Чё там по кубам, долго еще? 17 секунд. 15 секунд. Скоро, 10 секунд на анонсу. Готовимся, кубы скоро будут. Подходим к кубам. 8 секунд. 4, 3, 2, 1. Кастуйся. Наебал. Вот. Наебал на секунду. Нажимай. Ну кто не нажал? Да. Луна не нажала. Ну вы серьезно сейчас? Кто не нажал? Ну Луна, да вон. Эх, так хорошо шли. Очень сложно нарать куб, конечно. Танк не нажал. А кто это говорит, что очень сложно? Это девочка, оказывается. Это тот, кто на кубе стоял, будет очень сложно. Это Декатан. Да, да, на кубе стоял. Это есть доброволец на куб? Без лагов. Вместо танка? Давай, давай я, пусть танчит. А Давонг потанчишь? Так же, как Подаван танчит. Давай, засунь танчи. Засунь только в ромбик хвост, засунь только, пожалуйста. На тебя луну перекинул, там же стоишь. Ой, Подаван сам да, могу... подхилится, его можно не хилить, прекрасно. Все, да, не это самое. А домой, значит, на боссе будешь. Сейчас так же мобов убьем. Куан, будешь держать на Давонке лучше жизнецвет, так как у него не 4, это 4 у нее. Извиняюсь, если неправильно. Подходите вниз. Бафайтесь. Да это он, на Давонг. Ну не знаю, там написано, я не смогла. Ну, так ну, что. Да нет, это мальчик. Я покушайте рыбку. С водоблоком я уже поставили. А меня даже не тянет. Гильдия Близзард, смотри осторожно, блядь. Это что, сильно? Ну, сексизм там, блядь, это. Или как там, блядь? Феминизм, блядь, я перепутал. Женщин уважаю, они ничем не хуже, может даже лучше, чем мужчины. Вообще серьезные ребята. Так. Я просто осуждаю все слова этих двух людей. Да, осуждаю. Так, заходите в комнату. Кто пожрал. Кто не пожрал, тоже заходите. Гнусные назойливые насекомые. Чек на пол. Подожди, еще не все. Мы так часто, кстати, попадаемся. Вот Адавонг, там еще кто-то. Такое ощущение, что сами не водят. Или Турай там одинаково. Так. Вроде все зашли, будет. Все готовы. На счет три пуляйте танки. Раз, два, три. Раз, два, три. Не ожидали, сука? Так, давайте. Да год, вызывай войско. Хорошенько прохиливаем. Это я хил говорю хилам, блядь. Как, а ты как? Ну,
Сбил каст, спас Паурей, да. Сбил каст, опять спас Паурей, да. Все равно вижу его дома. Отдал мне Равенку. Чё у вас за реакция? Ебать. Хохма нахуй. Кто-то наслаждается рейдом. Дикие, блядь. Какие есть вы? Все, минута до босса, блядь, 45 секунд. Ой, можно покушать. Можно обожраться два раза. Можно Новый год справить, нахуй, пока босс, блядь, активируется. Линка, хорошо, да? Линкану. Чё, Линкану? Если не забагается. Ой, я пойду шепарту истерию там. Нахуй? Где сиськи? Еще время до босса. Нету сисек. У тебя, что ли? Нет, СС-ку не дали. Подавай, ну-ка, силиконовые купи. Выезжаю. Ты видишь, на дереве нету сисек? Я въезжаю в тройку, блядь. Выезжаю, просто покупать сиськи. Активация 5, 4, 3, 2, припод 1, 0. 3, 2, 5. Бля, он еблан, забери его. Кто еблан? Босс? Да. Да, ему подаван больше понравился, чем Адалон. А, ну Шепард напулил в меня, молодец. Ну ничего страшного. Шепард, красавчик. А чё на маге? Таунти, стаунти. Шепард. Тапочек. А чё вы, блядь? Босс не таунтится, поэтому надо было дать время на... Босс не таунтится, да. Шепард сдох. Баюн поднимает Шепарда после откидывания. Аркрайт. Кто из них там больше делает? Тапок. Тапка поднимает. Да я подойду, подниму тоже. Лока. Я подниму. Давай, сейчас пасую. Я гуляю, подниму. Что по таймингу? Вы одного и того же подняли, да? Спасибо. Мне сказали Шепарда поднимать. Что по таймингу? Подходите к кубам. 8, 7. Геро. Да? 2 секунды до куба, готовимся прожимать. Наебал. Я 2 секунды судов никуда выкинул. Можешь его развернуть? А то на кубе прям хвост. Сейчас закончится. Проведи немножко босса по стеночке на себя. Сейчас мага резну. Еще проведи босса подальше. Прям вот кто из следующей угловой впадине в стене. Аккуратно, маг. Да, и все, и с той спиной там. Нормально. Кто там крякает, блядь? Кто-то крякнул. Я, блядь, полутал огонь, да, хуй. Это ты крякнул? Лол. Да. Это когда перед смертью, знаешь, крякаю. Ну, а я книжку читаю просто, «Угрюм река». Там так космически это описано, блядь. Ну, там какой-нибудь тип бухает что-нибудь и крякает. Там какой-нибудь поп там, блядь. И там такое описание: крякнул, подкрякнул, блядь. Прикрякнул, блядь. Сижу, ржу, блядь. Откидывание. 10 секунд. После откидывания кубы будет. Готовимся. Сейчас откидывание закончилось. Кубы секунда. Готовимся. Нажимаем. Аллилуйя. Слава Аллаху во веки веков. Ромбика подхильте. Я хилю. Угу. Не очкуйте. Ты оскорбляешь мои чувства, кстати. Все зависит. Какие? Кто? Нет, кто? Нормально раз, все. Аметист. Как у тебя ник? Кто зависит? Так вот. Так вот? Ну ладно, похуй. План в снегу. Так я сразу сказал, что у меня интернет-то. Не, ну ты не вылетел, просто подвис. Сейчас посмотрим. Может повезет ему. Ой, шмен. Меня можешь не хилить, в принципе. Я захват рун прожимаю все и на фок. Бля, люблю, когда твои ёбываются вот эти так. 20 секунд. Когда говорят, можно не хилить, а потом падают, да? А чё вы не хилили? Да, да. Чё за хуйня? Женя, аккуратно, не лута, не огонь. Ты видел, как он на протоваре отваливался? 8 секунд. Готовимся, 2 секунды, куб.
Один, два. Кастуй, сука. Смотри, сейчас через секунду. Опа. Нажимай. Дали. Тебе теперь не верю, только когда каст дает, я тогда зубы прожимаю. Да, лучше самому смотреть, типа, когда каст начался, я всегда сам смотрю. Ну, я тоже сейчас так делал. Босса в цели, все. Ну, или запомнить цель. Гарантии никто не дает. Женя, ты бежишь, да? Так в огонь улетишь опять? В смысле, ну дай, блядь, лайпнуть. Рейд. Ой, блядь. Чё за хуйня, что ты по мане просел, блядь? Ну-ка этот, Баюн, дай иннер по шману. Пятый пати. Войт. Ага, спасибо. Тотем можно ману поставить. Будет, наверное, бета-тестер. Я ливну точно, и 25 не пойду, еще усну нахуй. Нажимаем кубы. Бать, нежданчик. Это не проносили, да-да-да. А, у меня сбился. А хули аносить? Люди на кубах для чего стоят, блядь? Нахуй, аж сердечко заболело. Смотреть в цель босса. Как только босс я кастится. Я побью босса, типа. Не, кто на кубах не стоит, они... Ты нас сам приучил просто, а потом только молчишь, сидишь. Я никого не приучал, блядь. Нормальные, адекватные рейдеры, они смотрят все сами. А монс этот, типа, вспомогательный, если тебе в комар там в глаз залетел, ты прожмешь. А чё кот больше всех бьет? Ну, крутой. Бою. А смотри его, может он хорошо одет. На самом деле, ДПС вообще маленький вроде, какой. Ну, девятый. Ну, смотри, он больше всех дает. Какая... А, то сейчас потолок будет падать, да. Потолок? Как ты дамажит? Шивы... А, у тебя там не настакана их меня. Ну, похуй, захилимся. Типа здесь десятка. Ну да, тебя захилил, красавчик. Что эти у кубов? Таймера кубов у меня нету в ДБМе, поэтому смотрим. У кубов стоим, да, и готовимся на босса, смотрим. Когда он начнет каст. Ну, скорее всего, после этого откидывания будет это все дело. Сейчас готовимся. Ну ладно, нахуя ты зеленку скинул? А я думал, прям сейчас ромбик, сразу. Ромбик, замените. Так, ромбик. Бля! Нажал. Заменил. Хорош. Подхильте войда. Только я отпустил. Все, можете остальные отпускать тоже. Потому что я себя не могу... Не хочу. Ну не хотите, не отпускайте, похуй. Никто потолок? Вас не заставляет. Так. Бля, Падаван, не умри. Кто-то по затылку моей бывшей уебал, тебе штукатурка сверху сыпется. Тебе еще надо учиться шутить про бывшую. Не слишком мерзко. Все нормально. Да, не надо мерзко, главное, чтобы понятно было. Ну такое. Мерзкий, скользкий. У меня, знаешь, такие бывшие, которым я не прочь как бы заглянуть. Так что я такие шутки не шучу. Готовимся, если что, возле кубов стоим еще на лямях хп, может куб нас вайпнет. Кто там, ромбик, ты готов, типа? КД нету у тебя? Не-не. Если что, будь, но я на подстраховке стою рядом. Петрюшка, Лям, смотрим, может еще начать каст. Не, все уже на мужика. Пойдем-ка. А, нажимаем, ебаный урод. Нажимай. Успели! Хоть сам мне? Так, дайте я подожду. О, господи, так, ну... ебануться. Сразу объясню вам, пацаны, блядь. Я шел сюда за этим. Вот, вот за этой хуйней. Она анрол. Вторая, а, тройку. То есть ты себе ее забираешь. Второй кусок. Все остальное. Лечить здесь еще. Все остальное сейчас начиная с этого босса и то, что с предыдущих сейчас кидаю на ролл. А мне штаны нужны, блядь. Точно. Глефа. Трой кусок, потом мне щиток будет хилить. Адавонг. Чё, Адавонг, значит. Дальше. Латы. Скорость АРП. Это ФДК, наверное, да? Или на кого это? Это ФДК на Петрюшку. На Петрюшку. Под лаван 63. Так, под лаван. Думаю, что за хуйня у меня, да он в черном списке. Бля, что ж ты такого сделал, ебать? Это редкость, нахуй.
голова в черном списке. Может, что-то тупил. Ну это же девочка. А ну нахуй, ты чё? Ну не факт, что это девочка. Ну написал. 92 тапокек. Тапок. Нет, там сотка высна. 95 адаволнг. Сотку я вижу. Где сотка? А кармизу какой-то вар. Так. Он армс? Похуй знает, это ж голова. Так, да. Вар, получаешь голову. Мешок тоже анрол. Ха-ха, какой ты наивный. Я не писал мешок анрол. Так, обоссанную сумку ролить не буду, это то же самое, что ледовая за 20... Просто выкидывай ее кому-нибудь. Да. Ебать! Она нужна! На кого бог пошлет, короче, кидаю. Уай, 97! Все, отдал кому-то. Получилось ДКшнику Блэку отдать. 97 шкатана, да? Да! Ну там два сердоля будет, там, если что, два выпадания, один мне отдаешь сразу. Да еще яшма какая-нибудь чек. Теперь ставлю на себя... Два лицита, ну все, один мой тогда. Так, ставлю звездочку, подходим к звездочке, обмениваться, это шмот будет кидать обмен. Ты с горла же еще не разрулил. Я рулю, штаны рулю. Ну, все, я домой нахуй. Так. 94 люблю. Сурп. Кидай обмен. А что за токены выпали у вас вообще? Все три вида токенов нахуй выпали. Ага, нет, расскажешь. Нет. Ну, плечи три, и... Плечи и грудь на шамана. Топор. И этот... Голем. Ноги на друид, вар, прист. Шаман два токена забирает? Нет, один. Один? Только что разрулили второй. Плечи. Я плечи 95. Не разраливал. Я плечи не разраливал. Блять, помолчите. Ёбаный свет. 95 топ-гопник. Это кто, пал, да? Какой-то. Или ДК. Хуй знает, кто ты, короче. На, забирай. Кольчуга обоссанная, пояс. Надо кому-то? На энхо. Все, уже ролить не хочется, блядь. Ну, похуй оставлю себя тогда. А там вон шаман рольнул. Шаман, кидай обмен. Шаман. Следующее. Клобук невъебенного волшебника. Слушай, а я тебе не могу передать эту хуйню почему-то. Ну, что он вылетал или вайпнулся там. Ну тут написано. Сейчас скажу, и не по. Персональный. Блять, а что это? А это мой какой-то. Ебать, это вообще 226-я шмотка, нахуй ее ролили, блять. Она у меня в сумке просто лежит, блять. Если что, это вот. Какую хуйню вы ролили, блядь. Ты голову отдашь мне? Давай кидай мне на голову. Лол, блядь. Я думаю, что надо, может, это персонально. Мне это не надо, пояс. Не пояс. Вот это голову обмен. Да, на голову. Пояс, это кто-то будет брать, ролить? 226, а? Вот этот пояс тканевый, рольте, нормальный уже, тут без наеба. 245. 64, топ маг. 64, давай обмен. 8. Вообще это топ мэйджи. Пофиг! Ебать, сука. С духом хостой. Ой, плащ надо. Плащ. Нахуй так смешите, спать перехочу. Опять топ маг. Нихуя, Аркрайт. Опа, перерол, подожди, лок и Аркрайт. Еще раз. 97. Аркрайт с тапком. Тапок Аркрайт еще раз. Тапокек. Аркрайт. Аркрайт. Обмен. Можно выключить этого переводчика, блядь? Отстань! Тапопек недоволен. И последняя хуйня, Т4. Вторая Т4. 99. Охуеть. Кто больше, блядь. Стилкил, обмен. Сотки не предвидится, блядь. Вот. 99, как так? Ну давай я кину на ролл на всякий случай. Где я? Сейчас, подожди. Кину на ролл, ты сказал? 48, нахуй. Не получилось. Ну у меня такие есть, так что нахуй надо. Все, шмот кончился. Всем спасибо за рейд. Всем наступающим. Всех с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья, побольше эпиков, шем, волонир. 25 нахуй лайпов. И чтобы ваши дети играли в WoW всю жизнь.
Что делали? Играли в Вов. Чай срали. Я плохой человек, не плохой.